Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду печь блинчики, и блинчики необыкновенные. Блинчики с добавлением лепестков одуванчиков. Вот я уже подготовила мисочку с одуванчиками, и здесь я освободила одуванчики, лепестки от вот этих зеленых цветоложа. То есть цветоложа нам не нужны. И получаются вот такие лепестки. Просто чисто лепестки одуванчика. Они очень похожи по свойствам на шафран, который тоже широко используется в кулинарии, но стоит очень дорого. Одуванчик необыкновенно полезное растение. Там много очень полезных витаминов, минералов, микроэлементов, полезных для клетки человека. Тесто я замесила из муки, яйца и сыворотки молочной. Я делала сыр из деревенского натурального молока, а сыворотку не выбросила, а вот замесила на ней вот такое тесто. Чем жиже тесто, тем тоньше у нас будут блинчики. Чем гуще тесто, естественно, блинчики будут толще. Я люблю все-таки тоненькие блинчики. И вот мы теперь соединяем. Здесь у нас мука, яйцо и сыворотка, а также сахара чуть-чуть. И соединяем с лепестками. Остается мне сюда добавить только лишь растительного масла. Масла добавлять нужно немного. Буквально 1-2 столовые ложки растительного масла. Это для того, чтобы нам не пришлось подмазывать маслом сковородку. Также в блинчики я добавляю немножечко, щепотку буквально, сушеного имбиря, а также лепестков белой розы, молотых. Я стараюсь все-таки их добавлять. Все, мне нужно перемешать тесто. Ну вот я перемешала тесто, у меня получилось оно вот такого вида. И теперь я буду выкладывать ложкой на сковородку вот это тесто. Тесто с лепестками одуванчика. Красивое тесто, необыкновенно красивое. Вот такой блинчик у меня первый получился. Вот такие блинчики получаются. Пышные, ароматные, лепестки розы. Очень приятный запах издают. Лепестки розы я измельчаю сушеные в кофемолке. А лепестки одуванчика в блинчиках никакого аромата не дают. Они только витаминизируют блюдо и делают его более интересным, привлекательным, необыкновенным. Также можно добавлять в эти блинчики и ваниль. Не обязательно печь большие блинчики, можно испечь маленькие оладушки из этого теста. Вот как красиво просвечиваются лепестки одуванчика. А с этой стороны их уже не видно. Вот. Обжариваем блинчики наши с обеих сторон. Снимаем оладушки на тарелку. Вот так они подрумянились со второй стороны.